4 миллиона 920 тысяч тонн. Такого объема в этом году достигнет переработка нефти на Атырауском НПЗ. Это позволит значительно увеличить выпуск бензина, в том числе и высокооктанового. Проблемы с бензином, вызванные внешними факторами, заставили казахстанских переработчиков пересмотреть свои планы по выпуску горючего. Атырауский НПЗ за год при плане 4 миллиона 800 тысяч тонн переработает нефти на 120 тысяч тонн больше. По итогам работы 9 месяцев произведено 445 тысяч тонн бензина. Из них высокооктанового составляет 192 900 тонн, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года больше на 60%. Предприятие уже сегодня отправляет потребителям увеличенные объемы бензина. На данный момент завод имеет среднесуточную переработку 14 200 тонн в сутки. Бензина в сутки у нас сейчас отгружается порядка 1900-2000 тонн в сутки. Высокооктановые из них порядка 43% из общего объема бензина. Особое внимание уделяют заводчане контролю за качеством своей продукции. На предприятии он многоуровневый. В заводской лаборатории задействовано самое современное оборудование. Проба бензина, отправляемого потребителям Казахстана, хранятся в лаборатории 45 дней. Немаловажно, что процесс переработки нефти идет в условиях масштабной модернизации предприятия. Фактически строится второй завод. В работах задействовано свыше 3,5 тысяч человек, которые работают в двухсменном режиме. После окончания строительства бензина будет выпускаться 1 миллион 680 тысяч тонн в год. Весь объем горючего будет соответствовать стандарту Евро-5. Виктор Сутягин, Тимерлан Сутангазиев, Атырау.